Итак, мы решили прогуляться, естественно, на море сначала. И нам нужно обязательно пообедать, потому что мы сегодня не завтракали, не обедали. И, естественно, обязательно нужно перекусить в нашем любимом кафе. Так, сейчас немножечко со шнурками надо разобраться. Ну все, разобралась в другую сторону. Вов, подтяни мне шнурочки, пожалуйста. Нет, я их подтянуть попросила. Ну ладно. Не. Ладно. Ясно. А как я теперь ходить буду? Ты не спросил меня? Так. Идем. Прогуливаемся по Зеленоградску. Такие тут красивые дома. Прекрасные. И хороший-хороший морской воздух. Ух ты, собачка мамина. Здесь мы пройдем? Конечно. Мы в начале, по-моему, променад где-то. Это Киркоров смотрит нас. Киркоров? Нас в окошко. Я не знаю, сейчас посмотрим поближе. У меня-то зрение -3. Сейчас поближе подойдем. Если Скоро ты Киркоров. Такой молодой и красный октябрь впереди. Да, точно. Смотрите. Молодой Филипп Киркоров. Это Филипп Киркоров. Смешно, конечно, смешно. Итак, идем дальше. Мы выходим на променад. Прекрасное настроение, прекрасная погода, солнышко. Что такое? Вот светит. Тут нет, уличные столики в каком-то ресторанчике. Вот так все выглядит. И море, море, море. Мы идем гулять. Мы идем кушать. Вот тут лесенка. О! Красота! Сегодня все такие одеты уже по лайту, потому что весна. Вот. Так. Давай пойдемся по набережной, а потом спустимся дальше. Да, конечно, да. Конечно. Красота. Солнечно, очень солнечно. Людей очень много. Весна в разгаре. Чайки, голуби. Все как обычно. И прекрасное настроение у всех, у всех, у всех людей, потому что погода просто великолепная. А вы знаете, да, весенняя. А вы знаете, в понедельник обещают 11 градусов тепла у нас. Поэтому уже сейчас все, весна и все. Вот собачками гуляют. Шикарные собачки. Гульки, много гулечек. Так, снимем. Гулечки. Там чайки. Прогуляемся у моря, порадуемся в волне. И, кстати, сегодня мало ветра, поэтому и не так прохладно, и ничего, можно под солнышком греться, гулять спокойно. Вот. Релакс. Кстати, очень много есть практик именно у моря, потому что стихия воды с человека смывает все негативные эмоции. И море является для любого человека местом силы, особенно для тех, кто привязан к морю, кто любит воду, кто любит
стихию воды, даже если он не водного знака. Многие любят, вот я земля, но я люблю воду, очень люблю. Потому что вода питает землю, земля цветет. Прилив небольшой, да. Я бы не сказала, что сильный. Вот. И естественно, если вы пришли к морю, если вы на пляже, обязательно сложите башенку из камушков и загадайте желание, помедитируйте на эту башенку. Можно отдавать свои проблемы морю, опускайте туда руки по локоть, говорите с ним, дышите полной грудью. Это очень вдохновляет. Ну и просто отдыхайте. Потому что это самое лучшее — отдыхать у моря. Запах чего-то вкусного. Запах чего-то вкусного. Мы очень просто хотим есть. Вот и все. Такая погодка. Вот чаек кормят. Мы снимаем. Вот они, чаечки какие. Какие милашки. Я очень люблю чаек и море. Мы гуляем. Гуляем у моря. Вот тут даже не пройти, берег полностью затопило пляж. Морская жизнь вот такая у нас. Прилив небольшой и чаечки красивенькие. Красота. Как близко. Чай. Пойдем. Гуляем? Гуляем. Такой солнечный, прекрасный день. Наш отель, Кошкин дом, оказался очень гостеприимным и хорошим. Собачка. И я поняла, что шикарно, конечно, отель. И один из лучших в Зеленоградске, потому что мы же много где были. А вот тут еще есть отель Самбия. Много всяких отелей. Я и сегодня перебирала прям в интернете утром. Но Кошкин дом вот интуитивно решила попробовать, потому что название привлекло. И в итоге оказалось, что нисколько не ошиблись. Очень классный, очень. Это столько фигурок кошачьих и такая обстановка очень приятная. Мы довольны, конечно. Вот. Тем более, что завтрак входит в стоимость номера. Нам напекут оладушек с джемом. Надеюсь, кофе дадут еще утром, и вообще великолепно. Ну, катаются люди по велодорожке. Вот тут такая велодорожка. Да, народу много, конечно. Мы идем потихонечку, продвигаемся к нашему ресторанчику, кафе. Наше кафе-дача у моря, которое мы всегда посещаем. А вот. Так вот. Проведем время. Все фотографируются. Много туристов, много местных. Все повылазили гулять на такую-то погодку весеннюю. В принципе, уже что, уже все. Середина февраля. Не 14, ровно пополам. Конечно, в этот раз февраль до 29, но это не важно. А вот, пополам. И до марта осталось 2 недели. Вы, Владимир Николаевич, соображаете, что до марта 2 недели осталось? Конец. А я соображаю. Я очень жду март. Я очень жду весну. Я люблю весну. Я люблю эту жизнь. Хочется как можно больше нарадоваться в этой жизни. Чего я вам желаю. Цените каждый день, каждый час, каждую минуту. И даже каждую секунду своей жизни. И никогда не тратьте это время драгоценное, которое вам дали. Просто так. Вот тут чаечки у нас дрейфуют на волне.
что тоже очень примечательно. Симпатично смотрится. Ну, потом попозже, ладно? Потому что я хочу все успеть, я хочу сходить сегодня в Совятню. Музей сов, и там, говорят, даже живая сова есть, а может даже не одна, поэтому меня манит туда, скорее, с невиданной силой, чтобы получить все новое впечатление в своей жизни. Вот. Так что мы идем в наше кафе, быстренько поедим. Вот собачка гуляет, хорошая собачка, мамина собачка. Так, вот здесь первое кафе, это амбар. Мы туда не ходим, и мы идем всегда дальше. Во второе кафе, дача у моря. Там кофе лучше, там стол лучше и дешевле. Вегетарианская еда, по крайней мере, проверенная, достаточно вкусная. Они умеют ее готовить. Да. Единственное, если вы не едите чеснок, то вас от него вряд ли совсем напрочь избавят. Все равно он в соус состоит, и все это. Вот я не ем чеснок, трудно. Ну а так, если у вас таких прецедентов не бывает с чесноком, то вполне вы наедитесь, даже если вы вегетарианец. Такое море шикарное. Надеюсь, ветер не сильно глушит камеру. Пойдем дальше. Вот она, наша дача. Наша любимая кафе. Надеюсь, хоть один свободный столик сегодня есть. Учитывая погоду-то. Один видишь, ну все. Главное, он для нас, наверное, приготовил. О, сердечки. Сколько сердечков. Здрасте. Да. Вот кабиночка просто на троллочке тоже. Тут у нас на втором уровне. Конечно. Камин. Все как обычно. Сюда. Хорошо. Вот такой вот столик у нас. И у меня, как всегда, ширинка расстегнулась. Так, хорошо. Ты отключила? Нет, я не отключила. А все в сердечках сегодня. Так вот. Ну что, меню напоминаю, что у нас тут есть. Мы обычно едим пасту помодоро вегетарианскую. А так тут и борщ есть, и солянка, и пицца, и турецкая пицца пиде. Очень хороший Наполеон. Наполеон, ризотто, все-все-все есть. Так что мы сейчас что-то выберем. Вот нам уже принесли чай. Называется «Травы и мед». Такой вот чай, очень вкусный. Пьем чай. Вот такая паста помодоро. Сейчас мы будем ее есть. Она очень вкусная. Ну все, мы поели и мы уходим из нашего замечательного ресторанчика, кафешечки. И сейчас пойдем. Тут такие картиночки висят, еще хотела показать. Сейчас пойдем в музей сов. Надеюсь, что мы туда попадем. Вот мы идем гуляем по Зеленоградску. Нам идти 2 километра. Вот. Сейчас идем по улице Пугачева. Такое вот все колоритное. И нам нужно дойти до музея сов. Прогуляться. Благо погодка шепчет. Займи да выпей. Нужно обязательно прогуливаться. Мы сейчас пойдем, Владимир Николаевич, по курортному проспекту. Да. Да. И мы вам его покажем во всей его красе. Вот здесь написано место для поцелуев. Особенное место. Классно же, когда есть в городе место для поцелуев, правда ведь? Здесь вот столики стоят. Вот тут вот памятник котам. Вообще в Зеленоградске очень много памятников котам.
Вот, сейчас солнышко в глаза немножко. Тут разобрали, что-то ремонтируют. Дорогу, видимо, все раскопали. Ну, а город нужно перед летним сезоном, да, перед весной даже. Весной здесь, потому что уже много туристов. Нужно, видимо, облагородить и все сделать. Обязательно. Тут пирожки из печи прямо продают. Тут Сбербанк. Вот, и мы гуляем. Сейчас выйдем на курортный проспект. Тут вот стоянка для велосипедов. Очень милая, кстати. Здесь пицца. С левой стороны башня. Да, водонапорная башня. Мы обязательно в этот раз поднимемся наверх на водонапорной башне и сходим в музей кошек. То есть не только в музей сов хотим попасть, но и завтра в музей кошек хотим попасть еще. Потому что нужно показать, пока мы здесь. Все рассказать. Тут магазин одежды. Вот, выходим на курортный проспект. Сейчас пройдем вот этот вот погром, который тут устроили. Тут даже трубу выкопали. Ну, какая масштабная работа проходит. Грязь, конечно же, образовалась. Мостовую чинят. Магазин «Госпожа Удача». И вот мы вышли на курортный проспект. Это чисто пешеходная улица. Здесь машины не ездят. Только те, которые подвозят товар. Но это очень аккуратненько. Потому что это запрещено. Да, в 7 утра подвозят вот так, потихонечку. Чтобы можно было выгрузиться. Там магазин продукты или еще что-то. Ленинградск вообще, казалось бы, курортный город. Должны все заведения максимально рано открываться. Ну, они все с 11. Да. Но большинство заведений работает с 11 часов. Ну, наша кофейня на Московской и Blend работает с 10 часов, и кофе можно попить. Плюс у нас в отеле завтрак есть. Мы сейчас как-то, да, так в солнышко вошли. Вот сейчас немножечко по-другому встанем на дорогу, чтобы... Вот тут кинотеатр, чтобы можно было снимать, и солнце не мешало. Видите, 1 марта будет Масленица. Везде это парки у нас, и здесь будет Масленица 1 марта. Гуляние в 12 часов. Будут сжигать чучело. Чучело-мяучело будут сжигать. Вот это, кстати, очень историческое здание. Это был раньше центральный отель, центральная гостиница Зеленоградская, когда он еще был Кранц. А вот. Так, потихонечку огибаем, так, чтобы солнышко не мешало. Ух ты, вот здесь изображение кота. А мы, Владимир Николаевич, в прошлый раз не показали то место, где кормят кошечек. И нам обязательно в этот раз надо показать это место. Хорошо? Да. Давай зайдем туда. Не помнишь, где этот светофорчик? А ты... Вот он. Все, я нашла. Автомат. Там можно купить корм для кошечек. И пройти за угол дома. Там будет для кошечек домик. Сделан он в подарок от музея кошек. Мурариум его называют. Вот. Они организовали для кошек приютик такой небольшой, самостоятельный. И гости города, также горожане, могут этих кошечек покормить нормальной едой, а не тем, что не скисло. Или даже, может быть, уже что скисло. Солнышко немножечко мешает снимать. Ну вот, такой автоматик. Вот здесь можно покупать еду. А вот кошечки. Привет. Привет, киська. Привет, ты красавчик. А вот там еще кошечки и еще две. Вот их сколько. Пойдем дальше. Вот тут кошкин дом. Вот тут вот кошкин дом. И здесь живут, естественно, кошечки. Такое место замечательное. Замурчательное. Вот они, киски. Сбегают скорее. Нет, я тебя не трону, ты беременная. Я не буду трогать тебя. Мяу, конечно, мяу. Тут всякие лежаночки.
сделаны. И вот тут тоже кошечки здесь ночуют. Вот так. Ну, сейчас, конечно, все кошечки, большинство. Там светофор, мы через парк. Хорошо. Вообще все кошечки, конечно, сейчас вышли на улицу, на солнышко, чтобы погреться. Потому что они любят на солнышке греться, когда на улице еще прохладно весной. Вот. В Зеленоградске есть специальная должность смотрителя за кошками. Они ежедневно развозят еду, кормят всех кошек по городу. Вот там. Здесь коты в почете. Да, вот здесь есть специальные памятники кошкам. Вот такой памятник, очень симпатичный. Сейчас я его тоже сфотографирую на память. Потому что в Зеленоградске все памятники кошкам лучше зафиксировать. И вы узнаете, да, нашли ли вы все места, где есть такие памятники или нет. А их очень много. И нужно собрать коллекцию. Будет очень интересно. На самом деле большинство котов и кошек в Зеленоградске. Вот еще один памятник. Можно его тоже сфотографировать. Светофор, нужно? Конечно. Да, еще. Да, есть специальный светофор. Вот такой светофор для котов и кошек. Очень интересный. Он работает. Вот. А здесь есть еще один памятник коту. И их очень много. И их лучше тереть, чтобы была удача, загадывать желание. Так, а это у нас вообще кот? Это медведь. Я перепутала, потому что кот дальше. Я вам сейчас их покажу. Вот, и эти все памятники, их лучше натирать прям рукой, чтобы везло, загадывать желание. И чтобы везло с деньгами, то же самое, да, нужно обязательно эти памятники потереть, и все, чтобы было хорошо. Вот. С денежками. Ага. Да, вспомнила. Он на следующем углу, этот памятник коту возле и кошке. ЗАГС. Возле ЗАГСа. Сейчас мы ему покажем. Вот как раз, когда Карина у нас без очков, она все время делает всякие ляпы. Я плохо вижу, если честно. И карты иногда не вижу, на гадании бывает, ошибаюсь что-то. А очки не ношу, потому что вот что-то нет привычки. Я пытаюсь их носить, но потом забываю. Вот, вот еще магазинчик, который ты хотела посетить. Вот есть магазинчик «Барахольщик». А вот здесь еще один такой житель у нас сидит. Здравствуй, житель. Ты в ошейнике, значит, ты чей-то житель, да? Ты чей-то? Рыжий житель. Рыжий кот. У меня даже был случай, когда я приехала в Зеленоградск и делала коллекцию фотографий котов и кошек. Я их собрала очень много. И все они были разные, все прекрасные. А вот у нас место, где все усыпано лепестками роз. Это ЗАГС. А вот знаменитые часы. И там, естественно, есть кот и мышь. О, забрали статуи. А куда же их унесли? Куда же унесли котов? Ну, все, значит... Не нашли мы. Видите, вот тоже у каждого своя удача. Нам она сегодня не улыбнулась. Мы всех котов не соберем с кошками. Но мы соберем сейчас совят и сов. И разных птиц. Нам будет интересно в музее. Надеюсь, он не закроется перед нашим носом. Потому что он до 6, а время уже 5 час. Вот здесь очень старое такое здание. Вот. Ну, здесь много старых зданий. Таких красивых. И нам нужно сейчас вот по этой улице идти, тут вот есть план города, туда. И прямо вот туда вот, до музея. Там далековато идти. Вот, вот так прогуляемся сейчас и пойдем дальше. Сегодня прекрасный день, конечно. Для гостей города ориентир с правой стороны рынок. Вот мы свернули с курортного проспекта, но мы не заходим на рынок, а идем по этой улице прямо. И дойдем до музея сов. Все очень просто. Вот видите, дом Тургенева 1Б. Вот, а нам надо Тургенева 9В. Ох, собачка.
сделал. Думали, все, собьют собаку. Нет. Она в ошейнике, но, видимо, сцепилась с поводка и поскакала. А вот здесь есть еще один домик. Вот такой. Тоже наверняка для кошек, потому что кошка нарисована. Не нарисована, а даже как. Что я прикреплен. А вот здесь прям целая панорама, картина с кошками. Такая красивая. Смотри, как расписали. Красота прям. Все в Зеленоградске посвящено кошкам и котам. И это прекрасно. Ну, мы пошли дальше. А уже у входа в музей начнем съемку. Вот мы пришли к музею сов. Сейчас уже подходим. Будем заходить. Тут вообще огромный, по-моему, каток, спорткомплекс дальше. А вот здесь этот музей. Сейчас найдем вот тут вход. Видите, калитка. Тут вот такой огромный жилой комплекс. Это новостройки. Ну, конечно, город расширяется. Хочется же, чтобы как можно больше людей здесь было, раз такой хороший город. Вот, я люблю спорт. Написано. А как же зайти в музей? Вот здесь есть, да? То солнышко светит. Смотрите, музей философии. Вот тут вот вывеска. И вот здесь, видимо, вход. Ну, пошли. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас в музее философии. В юрте у нас располагается арт-коллекция. Позади юрты вольерная зона с живыми птицами. Билет стоит 250 рублей. Снимать можно? 100 рублей фото-видеосъемку за один год. Добавить. Итого два билета 500 и фотосъемка 100 рублей, то есть 600. Такие совушки здесь продаются, видимо. Точилки в виде сов. Блокнотики какие-то. А, или вообще? Да, блокнотик такой. Ластики. Стикер на видное место, что вы снимать можете. Наши сотрудники знали, что вы можете снимать. Можно на одежду ставить. А, на одежду? Да. Ага, спасибо большое. Пожалуйста, зону, проход через вот ту дальнюю дверь и налево. Хорошо, там живые совы, да? А вот она живая. Ага. Ну, сейчас мы сначала посмотрим экспонаты. Так. Какие разные бывают совы. Из ракушечек, из маленьких сделаны они все. Только посмотрите. И из больших тоже. Это все совы из ракушек. Все в единственном, да. Вот тут календари. Это называется вечный календарь. Здесь даже есть ловец снов, только сов. Всего-всего много, как разных статуэточек, разных всяких фигурок, поделок. Красота. В янтариках, естественно. Тут часы. Тут гжель, а вот тут в золоте. Великолепно. Смотри, из травы повезло. Это из травы. Солома. Солома? Это тоже, наверное, какая-то солома. Здорово. Нет, это трава. Как трава какая-то, да? А вот тут опять ловец снов. Красиво, конечно, все сделано. Такие прям в бумажках, в камушках, книги, чего только нет, вся коллекция, наверное, какая в мире, все здесь собрано, музей сов. Есть даже вот такие совы. Здорово. И мягкие, и подушки. А вот здесь куча часов уже. Часики. И там все тикает внутри. Даже маленькие часики совы есть.
Да, и вот такие вот мягкие, вязаные. Потрясающе. Ух ты, это чучело. Надеюсь, его не убивали. Хотя, да, убивали, наверное. А вот здесь тотем. Какие прикольные из перышек сделаны. И вышивка есть. Ух ты! Кожа. Здорово. Угу. Тут звук птичек даже где-то. Чик-чирик. Так, по всему надо пройти. Тут в бронзе, я так понимаю, изделия. Какая сова, вот прям на меня смотрит. А вот тут зелененькая такая красивая. И из проволочки есть. И керамика. Талисман сова может использоваться для открытия экстрасенсорных способностей, ясновидения, а также для вещих сновидений. В этом случае лучше подходит талисман из камня, тигрового глаза, яшмы, нефрита или черненого серебра. Так как пик активности совы – середина ночи, то талисман следует положить перед сном под подушку, чтобы во сне привиделся ответ. Утром обязательно поблагодарить сову за открытие тайны грядущего. Для открытия третьего глаза талисман прикладывают к области аджна-чакры, межбровной зоны, во время медитативных сеансов или аутотренингов. Совы живут парами. Причем пара у сов, подобно крепкой супружеской, сохраняется долгие годы, возможно, что в течение всей жизни. Поэтому фигурки сов семей являются хранителями семейного счастья. Сова способна накапливать положительную или отрицательную энергию, которая ее окружает, а после отдавать ее своим хозяевам. И ссориться при сове не следует, ведь весь негатив, который впитает птица, она вновь возвратит. По этой же причине нельзя ставить сову в пустые и холодные углы. Прекрасно. Тут беленькие. Такие симпатичные. Дорогие, расскажите, любите ли вы сов? Я вот очень люблю. Для меня эта птица почитаемая. Ну и очень уж красивая. Вот тут очень смешные совы. Вот даже вязаные перчатки и все это. Украшения в виде сов. Здорово. И даже кружки, банки. И все-все-все, вот даже солонки, сахарницы, все есть. Теперь пошли в вольер для животных. И тут вот для деток. Тут у нас самовар, кофемашина, трава, печь. И переходим. Открывайте дверь, Владимир Николаевич. Я Владимир. Здравствуйте. Так, подержи, мне нужно одеться. Я не знала, что надо. На улице это есть. Да. Здесь впервые. Так, и мне нужно одеться. Пойдем. Угу. О! Да, спасибо. Я думала, это ее статуя. Привет! Белая полярная сова. Привет! Полярик. Здравствуй, милашка! Здравствуй! Это мальчик. Это мальчик? Да. Как его зовут? Аполлинарий.
Аполлинарий. Да. Полинарий. Да. Привет, Полинарий. Как они общаются? С вами общаются? Да, но на самом деле особые люди, не особо социальные отличники, они, как правило, любят одиночные в жизни, и особо для общения с человеком не есть. Нужно долго с ними работать, приручать, чтобы они привыкали. По-моему, на нас смотрит. Он ждет, что вы еще его похвалите. Ему очень нравится. Красавец такой. Ты хороший мальчик. Я думала, что сначала, что это девочка, но ведь у тебя не различишь, пока так не скажут. Ну, вот у полярных сов, кстати, довольно легко определить, да? По внешнему виду, в отличие от остальных сов. А у них самцы более светленькие, с возрастом они вообще перелинивают в чисто белый цвет, а самки, наоборот, более пестрые. То есть у них с каждой юнкой прибавляются вот такие вот пестинки, они становятся уже партикулами. Интересно. Это у них для того, чтобы сливаться с фоном, когда они высиживают яйца. А там тоже? А сипуха, она там... только в Калининградской области или кто? А в России, да. В России? За исключением Арктики, Антарктики. Интересно. Здесь у нас представлен европейский подвид, который я обитаю с ночью. Она дрыхнет? Да, она сейчас дрыхнет. И вот, видите, у нас тоже представительница вида сипух, наверное, видите? Да, да. Активная такая. Ты прям рассматриваешь нас, я смотрю. А тут, Орлан. Петрович зовут. Петрович. Привет, Петрович. Здравствуй. Петрович. Он знает свое имя. Да. Он знает. Но он как бы ручной или такой средненький? Потому что у него ноги... Да, можно сказать, что ручной, то есть мы его кормим супом, он всегда берет очень аккуратно, да, если все очень довольно долго уже живет с людьми, его изначально спасли от браконьеров, которые из него... От браконьеров? Да. Уже, наверное, года 4 живет. Года 4, да, живет с людьми? Ну, маленький ты. Спасли тебя. Аиды, Персифона. А эти спят. Спят, потому что день еще светло. На самом деле, то, что они весь день спят, а ночью, когда вылетают на охоту, это у них, они спят тогда, когда им удобно. А-а-а. В природе у них много естественных работ, разные организмы, рановые птицы, поэтому светлое время суток им приходится затаиваться, где -нибудь. Тут кто-то тоже есть? Да, на самом деле, домики, у нас два сырчика. Точно прячется, и вон глазищи-то какие на меня смотрят. Вот они двое сидят и смотрят на нас. А там еще есть. О, ворон. Шар-Шарыч. Не буду. По-моему, он это... Видно, у него суровый вид такой, у Шар-Шарыча. Так, а они, получается, у вас на поводочке? Да, это специальная амуниция. Ну, вы их потом выпускаете? У нас каждая птица, да, ежедневно проходит тренировки, в ходе которых они могут полетать. Угу. Но амуниция используется больше в целях безопасности птиц, чтобы они не лезли друг к другу, потому что это все виды конкурирующие и будут драться между собой. Верона, ты будешь драться, если что, да? Неясыть. Бородатая неясыть. Здравствуй, Верона. Привет. Привет. По-моему, она у нее хорошее зрение, скорее всего, да? Но в темноте больше все-таки. На самом деле днем они видят не хуже, у них очень хорошее, да? И слух тоже замечательный. Просто и она, когда сейчас посмотрела наверх, я поняла, что она видит что-то гораздо дальше, чем я. Ну да, конечно, зрение намного лучше, чем у человека. Ты такая прелестница. Это девочка, да, получается? Предположительно. Предположительно, ясно. У них уже так не так легко определить. Во-первых, она еще маленькая, ей сейчас где-то полгода. Поэтому пока тяжело определить, она еще угу. Она говорит угу. Угу.
Угу. Здравствуй. Ты не говоришь угу? Нет, ты не говоришь Рогдан. Вот тебя-то я точно побаиваюсь, конечно. Сколько ты здесь живешь? Так. Меня спасли около Курской косы после неудачного выпуска в мае 2019-го. Было сильно повреждено оперение, поэтому я не смог бы выжить в дикой природе. Здравствуй. Привет. Ты мальчик, да? Мальчик? Малый подорлик. Это камера. О, она так нахохлилась. Распетушилась такая все. Ну, глаза потрясающие, конечно. Два янтаря просто. Ну, к вам они, наверное, все равно как-то... Ну, они, конечно, узнают. Ну, как-то больше к рукам, да, и все вот это. Уже нужно найти общий язык, особенно это вороны касаются. Довольно вредные. Ну, как положено вороны. Ну, да. Вообще, я тоже читала, слышала, что ворона, если приручить, он, да, будет жить с хозяином. Но так они обычно не очень любят людей. Мы недавно прочитали легенду соленых ворон. Вы читали? Оказывается, на Курской косе до 1944 года, начиная с 17 века, было традиционное блюдо соленые вороны. Потому что вот этот поселок рыбачий, он раньше назывался по-немецки, там жили вот эти прусы, немцы. Когда рыбный вот этот сезон заканчивался, на песке ничего не росло, им нечего было есть. Они там, зона миграции ворон, они отлавливали их кучами, сетями. И надкусывали специальным укусом череп вороны своими же зубами. Так они ее умерщвляли. Да, я вот слышала о профессии кусатели ворон, так называемые. Да, кусатели ворон – это профессия была. И вот эти соленые вороны до 1944 года подавались в качестве блюда даже в калининградских ресторанах. Позируют солнышко. Да, и я когда это прочитала, я была в таком шоке. Но когда наши сюда пришли, уже никакого этого блюда, его забыли. Вот. Так, мы поняли, как ты передвигаешься. Ты продемонстрировала. Спасибо. Немножко побаиваюсь даже. Так, кто тут у нас? Тут трое. Двое здесь и вот третий. Вот тут глазки совсем темненькие. Вот там прям светлые глаза, а тут совсем темненькие глазки. Чиви пират и Мун. Ты тоже спишь? Точно. Спишь? Да. Спишь. Вот один не спит. Я, конечно, под впечатлением. Мне полинарий больше всех понравился. Спасибо большое. Спасибо. У нас также каждый день, начиная с 13 часов, каждый час проходят тренировочные полеты. Можно подойти к этому времени, допустим, к часу, к двум, к трем, к четырем. Участвовать при желании. У нас летают разные. Просто песни. Мы хотели ребенка как раз-таки завтра привезти, показать ему настоящих сов, чтобы поближе. Спасибо. Да, если вас какая-то конкретная сова интересует, могу вам подсказать, во сколько она выступает. Во сколько вот полинарий? Полинарий, к сожалению, сейчас у нас не тренируется, потому что он генерал. А вот Верона? В 4 часа. В 4, да? В 4. Ну все, хорошо, спасибо. Спасибо. Да? Здорово. Спасибо. Да, хорошо. А выход через корпус? Через музей? Через музей, да. Спасибо. Спасибо, до свидания. Ну, мы под впечатлением. Мы пошли дальше. Спасибо. Здорово. Меня вот еще заинтересовал этот замечательный скелет. Надеюсь, он не настоящий. Он настоящий? А вот видишь, степуха.
Она что, настоящая? Да. Герта? Герта, ты говоришь? Да. Она ручная? Постольку-поскольку. Ну, так же, как нам сейчас про всех сказали, постольку-поскольку. Потому что все-таки хищники. Ты хищница? Так. Родилась она в феврале 19-го в питомнике Подмосковья. Живет везде, кроме Антарктиды. В России обитает только в Калининградской области, так же, как та сипуха. А можно вот как-то подойти? Трогать нельзя, да? Так, трогать нельзя, но подойти можно поближе, да? Она разговаривает прям. Какой-то предупредительный сигнал от нее идет. Нет, она хочет внимания. Это ее способ взаимодействия с людьми. А я подумала наоборот, что она предупреждает. Ты давай это, наверное, со своей камеры отойди от меня, иначе я тебе что-нибудь сделаю. Так, я буду покупать магнитик. Ты же мне купишь, да? Да. Мун? Нет. Я пока поснимаю, пока ты расплачиваешь. Ты, оказывается, хочешь внимания. Ты можешь стать звездой на Ютубе. Хочешь? Хочешь, хочешь? Хочешь зарабатывать много денег на Ютуб? Будешь сниматься. Ну, как-то ты так повернула голову, что, видимо, хочешь, да. Хочешь? Ну вот, она когда сидит и не двигается, кажется, что она не настоящая. Да. И там вот я зашла, тоже же ведь есть такая же, да? Да. Сипуха. И я просто ходила такая, а потом мне говорят, так это как бы настоящая. Я говорю... Настоящая, она все, она как, не знаю, как лист дерева, как кора дерева, видимо, маскируется вот да, в лесу. Потому что много врагов, много хищников, поэтому и окрас такой маскировочный у нее. Просто, если застыла, ты не поймешь, камешек какой-то, ствол дерева там, что угодно. Да, только это, не в принципе, птичка. У них инстинкты такие, они потому что мало подвижны, из-за того, что в живой природе далеко не каждая охота оказывается успешной. Поэтому они как бы. Экономить энергию, силу. Да, да. Ну да, здорово. Интересно, спасибо. Мы завтра спасибо снова придем, ваш. Только с ребенком. На кормление. Да, полеты. В час, в два, три, в четыре и в пять. Нам сказали, что Верона тренируется в четыре, и чтобы мы приходили в четыре. Спасибо большое. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Здорово. Здорово! Мне понравилось! Ура! Я очень рада. Спасибо большое этому музею. Вот такой вот музей филинов и сов. Нам превосходно. А вот здесь письма. Можно отправлять письмо. Подожди секундочку. А, да. Желтый кружочек надо снять. Кружочек. Что я снимала. Разрешение на фотовидео. Угу. Ну, все, мы пошли тогда в отель. Всем спасибо за прогулку и до новых встреч. Мы пришли на сансет. Как раз сейчас солнце начинает заходить. И вот такой вот пейзаж. Релакс. Летают чайки. Море светится совсем другим светом. И очень мирно шумит волна. Здесь жизнь как будто бы стоит. Солнце отражается в окнах. И все люди чувствуют себя гораздо умиротворенней. Смотрят на закат. Вот так. Все вокруг окрашивается другим цветом. Thank you.
Хочется просто стоять и молчать. Какой шум волн, приятно. Владимир Николаевич хочет купить корм для чаек. Так, вот это корм для чаек. А сколько он стоит? 20 рублей. 20 рублей баночка. И пойдем покормим. Вот можно здесь подкидывать по одной сухаринке. И они потихонечку начнут подлетать к нам. Если мы будем подкидывать сухаринки. Давай вот здесь, во. Я не хочу у бака, у мусорного. Вот они сразу летят, чайки. По одной сначала кидай лучше. Так, ловят. Закат и чайки. Невероятно. Да, они улетели. Там такая стая. Вот их сколько, вон сколько их. Чайки. Здорово. Я еще их на фотоаппарат поснимала. Вот видите, сансет начинается. Солнце вот там из-за гостиницы начинает закатываться потихоньку за морем. Получается красота! И чайки. Это никакие чайки. Шикарно. Ну что, пойдем прогуляемся до нашего отеля. Он у нас там, подальше. Ой, кофе, точно. Мы хотели попить кофе. Я забыла про это, потому что я на релаксе. Так что мы пошли кофе попить, а потом пойдем в отель. Вот мы идем уже обратно. И теперь сансет выглядит вот так. Солнышко почти закатилось. И теперь... осталась только тонкая красная полоска и оранжевое небо, которое минут через 20 полностью померкнет. Станет все темнее, темнее. Вот тоже есть статуя кота. Такого его надо за пузико потереть, чтобы денежки были и денежку дать. Вот так.
Вот тут мост пешеходненький туда. Пешеходненький. Пешеходный. Туда, в море. С подсветкой. И сейчас закат. Красота. Смотрите на этот закат. Такой оранжевый сегодня. Такой шикарный. Красивый. Солнце садится за... Летом солнце садится вот сюда. Примерно вот так, где вот. А зимой, вот видите, там садится. И летом практически нет. Море уже совсем темное. Светлая так загадочно. Извиняюсь. Я не при делах, да, Владимир Николаевич? Кто здесь? Нет, заслонил кадр. И вот так это все тихо как-то. Даже все звуки людей немножко приглушены вечером на закате. Прекрасный вид. И хочется завтра попасть на отлив, когда уйдет море немножко и открывается берег, открываются древние реликтовые корни. Корни реликтовых деревьев, да. Здорово. Когда идет отлив, во время прилива до этого намываются камни, поднимаются различные красивые камушки из-под песка. И во время отлива можно найти очень много красивых камушек. Здорово. Ну что, мы идем в номер отдыхать. Мы все уже изгулялись, издышали свежим воздухом. И теперь нам нужно поработать немножко, отдохнуть немножко, да? Расслабиться как-то. А завтра мы пойдем в мурариум, скорее всего, в музей кошек.